Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами я, Нейзи. И сегодня я появился в какой-то хижине. Я не знаю, где мы находимся. Наверное, это реально какая-то хижина. А там ночь. Я не знаю, где я нахожусь. Но... как бы, знаю лишь одно. Тут живет маньяк. Так, ну, если быть кратким, то это карта. И мне придется отсюда убегать. Да, как бы это было ни странно. Кому захочется тут сидеть? Ну, вот, короче, приступим. Дверь будешь открываться, не? Что-то не открывается, не знаю. Собственно, надо... О, книжка. Так, попробую выбраться, поросёночек. Сладенький. Если только сможешь. Смогу, не волнуйся, братан. Смогу я отсюда выбраться? Ну, к кому же это? Ну, не хочется отсюда выбраться. Так, у нас тут есть красный факел и ключ. О, ну, ключ он полюбался вот этой двери, да? Сейчас посмотрим. Опа. Да. Опа, там свет есть. Окей, короче. Давайте, думаю, пока оставим ключ. Положим туда. И по-тихому пойдем. А то по-быстрому не надо. Так, вот тут еще книжка. Так, я вижу, ты выбрался. Молодец. Пытайся дальше. Окей. Окей, попытаюсь дальше. Окей, давайте. Попробуем все-таки выбраться отсюда. Так, у меня есть факел. О, это что? А, типа шкафчик, смотрите. Тут можешь прятаться от дяди маньяка, да? Нет, да. Ну, если тут можно прятаться от дяди маньяка, то это отлично. Только бы этот дядя маньяк не стоял бы. Так, мне страшно выходить. Давайте я сразу дверку открою, чтобы я мог это, ну, сразу перебежать. Чуваки, я никогда такого не делал, и, ну, как бы я даже не хотел, но, да, вот смотрите, серьезно, давайте поставим этому видео лайк. Я просто хочу посмотреть, сколько максимальное количество людей поставит лайк. Я, серьезно, я первый и последний раз так делаю, потому что... я хочу реально посмотреть. Вот, напишите в комменты, да, вот что вы думаете о выпрашивании лайков, потому что я не знаю, нормально это, ненормально. Но, по-моему, это, ну, не очень. Выпрашивают лайки. Так. Окей, пошли. Ой, как, сука, страшно-то. Черт, вот маньяк. Так, значит, давайте двигаться пока что в другую сторону. Я не хочу туда. Так, о, это выход. Как всегда, он закрыт, естественно, по законам жанра. Чуваки, мне сейчас что-то... Реально, я не знал, что Майнкрафт может пугать, потому что я ненавижу такую атмосферу, когда темно, и тут бродит, ходит маньяк. Серьезно, не люблю. О, рычаг! Может, он открывает эти двери? Открывает только мою самооценку. Так, опа, книга и перо. Что это? Так, о, темнота. Как раз таки нас маньяк не увидит тут, я думаю. Что, не работает? Удачи, братан. Да, спасибо. Себе удачу оставь, она тебе может пригодиться. Так, ну, маньяк нас первый раз не увидел. Ой. Первый раз нас не увидел. Но... я боюсь... что первый раз, ну, как бы говорится, нехорошее слово. Так, куда пошел наш маньяк? Я не знаю. Он обвел тут все забором каким-то. И мне сейчас реально стрёмно. Твою мать! Черт, он бежит за мной! Твою мать! Все очень плохо! Он меня потерял. Чуваки, мне тоже ничего не видно, извините, пожалуйста, но он может нас так увидеть, наверное. Я не знаю, я так думаю. Потому что... Должен так увидеть, по идее. Или нет? Чуваки, мне страшно. Можно я выйду отсюда? Я не хочу в это играть. Это страшно. Ладно, давайте, пошли. Не, может... Это наш Джейсон... Черт,
это он записочки оставлял всякие, да? Я так думаю. Вон отходит, смотрите, вон отходит. Куда ты выпрыгиваешь ты? Он нас заметил. Твою мать, чуваки. Черт, он не даст из этой коробки вообще выбраться? Что это, шкафчик вообще или что? Во всех шкафчиках, понятное дело, ну, нас в хоррорах заставляют прятаться, но... Ну не в этом же шкафчике, ну это не шкаф, это кирпичная какая-то херотень. И да, я немножко болею. У меня сопли, извините, пожалуйста, за некоторые схлипывания, там, умирающий стон и прочее. Ладно, давайте продвигаться дальше. Все, все. Яйца в кулак. Давайте обойдем его немножко. Чтобы Джейсон наш нас... Твою мать! Твою мать! Джейсон, отстань! Отстань от меня! Черт, он со спины подошел! Вы что, я весь... Серьезно, я весь холодный, в холодном поту, чуваки. Твою мать! Кто ж такое придумывает-то? Я вообще... Понимаете, я как бы хорроры люблю, но... Как бы кубики-то... Ну, не страшные должны быть, ну... Чёрт. Джейсон объявил на нас охоту, я так понимаю, да? Если он на нас объявил охоту... То значит, это очень плохо. Очень плохо. Куда факел поставил? О, молодец. Так. Чуваки, я не хочу в это играть, серьезно. Ой, Джейсон. Смотрите, вон Джейсон стоит. А давайте его разглядим отсюда получше. Эй, Джейсон. Ой, он сюда идет. Ой, твою мать. Он сюда идет. Твою же дивизию. Ладно, давайте дождемся, пока он отойдет, и мы пройдем. Нам нужно просто туда пройти дальше. Куда? Ты уходишь? Парниш. Он меня не видит как бы спиной, но стелс. Стелс-система. Блин. Я хочу туда пройти, но он все время туда идет. Надо как-то его обмануть, в шкафу тут посидеть и подождать, пока он уйдет оттуда. Чтобы я мог вот туда пройти. Так, чуваки, кстати, кто хочет стрим, да, тоже ставьте лайк, будем с вами общаться, там вот реально буду отвечать на все темы. И пишите в комментарии, пожалуйста, что вы думаете насчет выпрашивания лайков, потому что, я не знаю, хорошо это, неплохо, серьезно, ну, вот. Не знаю, так. Думаю, он ушел. Надо сейчас тихонечко пройти. Тихонюще шушечка. Постом. Фух, я забежал. Так, тут какой-то трупак. Я вот сейчас только заметил. Так, и думаю, смотрите, так как та кнопка не работает, нужно что-то найти, чтобы открыть как бы ворот. Ну, я думаю так, нет? Потому что мало ли. Ух, это Джейсон, не? Оп, чё это? Что это? Книга и перо. А чё не читается? Вот. Смотри лучше, может быть и сможешь выжить. Возможно. Не знаю, Джейсон понаписал фигни какой-то тут. Видимо, у него с актерскими. Может, у трупака что-то есть? Чё это? Так, сразу сюда забегаем, чтобы путь прочитать. А куда открыл ты? Это может быть и ты. Да, знаю, что это могу быть и я. Я могу быть тут кем угодно. Блин, не знаю. Жесть. Ничего не скажешь, жесть. Там я еще видел два шкафчика. Что у них? Ничего. Тут тоже ничего. Так, окей. Смотри лучше. Что он имел в виду? Чертов Джейсон. Куда ты заехал? Твою мать, Джейсон, ты же меня не видел, да? Правильно? Твою мать, он меня не увидел. Че, ты забаговала? И он, короче, залаг... Жесть. Чуваки, я не понимаю. Он ушел. Офигеть. Он ушел.
Я не хочу отсюда вылезать. Ой, блин. О май гад, чуть. Я оставил там свой факел, вот я придурок. Чем я светить-то буду? Ё-моё. Это ж надо так. Игра, спасибо тебе. Ты залагала просто. Перфект, вон овца там где-то орёт. Господи. Надо ждать, пока он уйдет оттуда. Ой, вон он. Погодите. Пока он спиной повернулся. Так вот. Все. Так, он сказал искать лучше. Так, ну давайте поищем лучше. Так, может. Он в дом пошел. Да, в дом пошел. А тут. Ой, куда я попал? А это что, тумбочка? Так? Ты серьезно не осмотрел комнату, в которой очнулся? Так он играет? Серьезно? Как кошки-мышки. Кошки-мышки. Он в дом пошел специально. Господи, он вышел. Нет, Джейсон, ты что-то задумал явно. Окей. Он сказал, типа, ты серьезно не осмотрел комнату свою? Ну, в которой очнулся, в смысле? А я, ну, не свою имел в виду. Так, нет, я отсюда пока не вылезу, пока что. Это мало ли, что придет ко мне там чайку попить в комнату. Не, спасибо, ребят. Не хочу. Так. Надо, значит, сейчас осмотреть комнату, в которой очнулся. Не знаю, что там может быть. Но я не хочу туда идти. Мало ли, он еще через окно как-то залезет. Может, он осьминог какой-то. Серьезно. Шесть. Не хочу. Ладно, мне придется все-таки. Нет. Твою мать. Иди отсюда. Ходит там. Сейчас зайдет и. Ой, он на второй этаж пошел. Ха, обманули дурака. На четыре кулака. Блин, а сейчас. Ой. Ходит. Ё-моё, надо ждать, пока он уйдет. Главное, чтобы он не туда пошел. Сейчас будет, короче, ходить и. А, может, он сейчас к двери пойдет, типа подумает, что я спер уже рычаг. А то, мало ли, не знаю. Ну, разные люди бывают. Есть дебилы, а есть вот такие, как Джейсон. Блин, не, это напряжные чуваки. Нет, это напряжно. Напряг просто напряг. Не, ну тот баг с шкафчиком, это, конечно, нечто. Блин, я боюсь выходить, потому что, мало ли, сейчас я выйду, и он такой зайдет, типа, Hello. Так, шкафчик этот открою сразу. Hello. Так, давайте сразу на ключик. Так. Оп, все. Так, и что мы тут не проверили? Может, вот это? Не, проверили. Табуретка! Так вот, а где это? Ну... О, вон тут какой-то сундучок. Опа. Рычаг. Опа, вот. Все, сейчас бежим. Отлично. Ай! Я упал. У меня хп отнялось. А, молюсь, чтобы ты на меня не наткнулся. Нет. Не хочу, может быть. Так, окей. Собственно, сейчас мы выйдем. В смысле, он еще запер из. А! Забыл. Точно. Что-то было. Так, а теперь. Вот серьезно, вот сейчас молитесь, чтобы я на него не наткнулся. Потому что открываю тут такой БАМ! Скример. Не-не-не, вот это страшно. Надо его поконтролить сейчас, чтобы не вылез тут наш. Джейсон. А вон он! Так, пока он пошел туда, мы можем быстренько. Свой. Ты что делаешь, Джейсон? Да-да, вали отсюда, ищи меня в другом месте, я убежал. Не сюда. Блин, он не даст мне открыть ворота. Черт.
Ладно, не, я все-таки попытаюсь. Думаю, он настолько тупой, то что... Ну, как бы я все записки-то оставлял в этом, в тубочке, и он ничего не заподозрит. Типа, я прочитал, положил обратно. Вот он думает только я на начальных этапах, наверное. Черт, Джейс. О, все. Ура, ура, давай, давай, давай. Открывай. Черт. Давай, открывайся. Твою мать. Он еще 3 дня открывается. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Открывай. Фу. Все. Ура. Твою мать. Не хочу больше туда. Господи боже. Ё-моё. Ну вы... Не, чеки, я туда больше не вернусь. Не хочу. Нет. Все, больше... Все, месяц такого больше не будет. Все, не буду подобное играть. Не-не-не, спасибо, спасибо. Не надо. Не. Сраные кубики.